Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как уменьшить кредитный лимит по кредитной карте Альфа-банка. Уменьшить кредитный лимит можно несколькими способами. Один из способов – это лично обратиться в отделение Альфа-банка и написать соответствующее обращение, в котором будет говориться о том, что вы запрашиваете уменьшение кредитного лимита. Но здесь стоит обратить внимание на то, что Альфа-банк абсолютно всегда идет навстречу своим клиентам. То есть Альфа-банк всегда уменьшит кредитный лимит. И здесь неважно, кредитная история, как вы погашаете, сколько вы пользуетесь и так далее. Потому что если, например, увеличение кредитного лимита зависит от очень многих факторов, то уменьшение кредитного лимита не зависит ни от каких факторов. То есть от вас нужно только желание, обращение, и тогда Альфа-банк уменьшает ваш кредитный лимит. Кроме личного обращения в Альфа-банк, можно позвонить по горячей линии, связаться с сотрудниками Альфа-банка по телефону. Но здесь, если вы обращаетесь по телефону, конечно, нужно будет предоставить данные о себе, то есть ответить на уточняющие вопросы. Конечно, кроме фамилии, имя, отчества, чаще всего спрашивают место проживания, либо дату рождения, нужно будет помнить ваше кодовое слово. Кодовое слово в данных операциях, когда вы звоните именно по телефону, очень важно. Так что не забывайте сначала его вспомнить. Ну и точно так же вы просто говорите, что вам необходимо сделать запрос на уменьшение кредитного лимита. Ну и уже специалист самостоятельно все сделает. И третий вариант – это через мобильное приложение. Через мобильное приложение можно написать также специалистам в чате. Также вы просто пишете, что вам необходимо уменьшить кредитный лимит. Все, самое главное – изъявить свое желание. Дальше уже какой-то вашей работы не будет. Это будет уже работа специалистов, и кредитный лимит обязательно у вас уменьшится. Так что если вы боитесь потратить лишнего, и Альфа-банк предоставил вам очень большую сумму, вы без проблем в любой момент сможете ее уменьшить. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!